Андрей Белый. Символизм как миропонимание. Ведем квантовые координаты электромагнитного поля как спирали в плоскости конуса вращения Андрея Белого, объектов, предметов исследования. В нашем случае пути координат к планете Земля-2. Линия спирали А разворачивается по часовой стрелке как линия эволюции точки R, малая миг эволюции или собственное время наблюдателей А, Б, С и Д, находящихся А на Земле, Б, С и Д на движущемся объекте, например, в ракете. Конечный объект наблюдения, конец спирали конуса вращения космического экранирования – это перспективная обводящая линия в обратном направлении пути домой от планеты Земля-2 к Земле-1, то есть к началу наблюдения. Таким образом, весь путь спирали составлен согласно формуле Ричарда Фейнмана «начало через конец». Амплитуда вероятности того, что частица из S попадет в X.